Порядок надевания одноразового защитного комплекта во время эпидемии COVID-19. Перед надеванием защитного костюма медицинские сотрудники должны быть одеты в медицинские костюмы или пижамы, медицинские шапочки, полностью покрывающие волосистую часть головы, носки из натурального материала, обувь медицинскую с задниками, плотно сидящие на ноге. Обувь должна быть выполнена из материала, подвергаемого дезинфекции, не должна иметь перфораций. Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком в соответствии с правилами обработки рук медицинского персонала. Наденьте первые тонкие перчатки. Возьмите комбинезон в руки. Наденьте брюки комбинезона, не снимая обувь. Наденьте рукава комбинезона по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя. Комбинезон может порваться. Наденьте бахилы, заправив под них брюки комбинезона, и завяжите завязки бахил. Обработайте перчатки антисептиком. Возьмите респиратор в ладонь и раскройте до чашеобразной формы. Возьмите нижнюю резинку и протяните ее через голову ниже затылка, одновременно прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а верхнюю часть к переносице. Протяните верхнюю резинку респиратора через голову и зафиксируйте ее на затылке. Прижмите носовой зажим к носу. Сделайте вдох и выдох. Отрегулируйте положение респиратора и резинок. Наденьте очки поверх респиратора. Проверьте их прилегание. Наденьте капюшон. Застегните комбинезон. Наденьте вторую плотную пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона. Убедитесь в том, что элементы защитного комплекта надеты правильно. Исключены непокрытые кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами.